Всем привет! В этом видео мы сравним цены на спортивное питание в казахстанских и зарубежных интернет-магазинах и найдем то место, где дешевле покупать спортивное питание через интернет с доставкой в Казахстан. Итак, приступим! Как мы будем сравнивать? Мы будем сравнивать цены, ассортимент, стоимость и быстроту доставки в Казахстан. Что мы будем сравнивать? Мы положим в корзину 5 разных товаров от разных брендов, которые вместе составляют комплекс для набора мышечной массы. И таким образом мы сравним стоимость нашей посылки. Итак, что же мы положим в корзину? Первый товар – это протеин от фирмы Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey. Это быстрый сывороточный белок и основная добавка для набора мышечной массы. Данный протеин является одним из самых эффективных и оптимальных по соотношению цена-качество. В нашей упаковке находится 909 граммов протеина, который рассчитан на 29 порций. Следующий товар – это гейнер Up Your Mass от фирмы MHP, который позволит восполнить энергетический дефицит после тренинга и даст мощную стимуляцию роста мышечной массы. В одной упаковке находится 931 грамм гейнера, которые рассчитаны на 7 порций. Следующий товар – это предтренировочный комплекс No Explode от фирмы BSN, который сочетает в себе три важные системы – L-аргинин, креатин, витамины и микроэлементы. В упаковке 1 кг 130 граммов, которые рассчитаны на 50 порций. Следующий товар – это моногидрат креатина от фирмы Optimum Nutrition. Это мощная добавка, которая ощутимо увеличивает силовые показатели и мышечный рост. Моногидрат креатина является в настоящее время одной из самых оптимальных форм креатина. В этой упаковке 300 грамм, которые рассчитаны на 60 порций. И последний товар – это витаминный комплекс от Universal Nutrition, который называется Animal Pack. Он оптимизирован для спорта и создает идеальные условия для набора массы. В упаковке 44 пакетика, которые рассчитаны на 22 порции. Итак, первый магазин, в который мы пойдем покупать наш комплекс для увеличения мышечной массы, это интернет-магазин vitacos.com. Складываем в корзину все необходимые нам товары: протеин, тренировочный комплекс, гейнер, витаминный комплекс и моногидрат креатина. И посмотрим, во сколько же нам обойдется такая посылка. Итак, сумма заказа на vitacos.com составила $119.25. Доставка в Казахстан составила $38.82. Итого, наша посылка обойдется нам $158, который составляет примерно 29 тысяч тенге. Прекрасная цена! Но заметим, что доставка будет производиться международной авиапочтой и будет довольно долгой. Займет 14-35 рабочих дней. Что ж, ради такой цены стоит подождать. Далее мы идем в следующий зарубежный интернет-магазин iherb.com и складываем в корзину все необходимые нам товары из нашего комплекса. Посмотрим, во что же обойдется нам посылка с iherb. Сумма заказа составляет $150, доставка в Казахстан $32.66. Итого, посылка с iherb обойдется нам в 32 тысячи тенге. Это дороже на 3 тысячи тенге, но заметьте, что доставка здесь быстрее и занимает 9-12 рабочих дней. Плюс вам дается трекинг номер для посылки. Это код отслеживания, который позволит вам определить, в каком городе сейчас находится ваша посылка. А что же в казахстанских интернет-магазинах? Итак, в первом интернет-магазине, который я нашла в поисковике Яндекса, название здесь я говорить не буду, но если вам понадобится, вы можете посмотреть в описании под видео. Итак, в этом интернет-магазине точно такая же корзина с точно такими же товарами спортивного питания обошлась мне 46 750 тенге. То есть разница очевидна в цене. Доставка по Казахстану заказов от 30 тысяч тенге бесплатно, и срок доставки занимает 4-5 рабочих дней. Единственное преимущество здесь, которое я вижу, это быстрая доставка. Но если вы готовы переплатить 10-15 тысяч тенге ради быстрой доставки, я не готова лично. Следующий казахстанский интернет-магазин, который
я нашла в Яндексе. И я в этом интернет-магазине не нашла гейнер Аплюмас. То есть по ассортименту от моего магазина уже минус. Но и без этого гейнера стоимость моих покупок составила 38 600 тенге, без учета доставки. Прибавьте к этому еще примерно 1500-2000 и получится 40 500. И обратите внимание, что доставка по Казахстану осуществляется в этом магазине Казпочтой. Ну вы знаете, как быстро в кавычках Казпочта нам доставляет посылки. Поэтому я бы не стала в этом интернет-магазине заказывать. Единственное, даже не единственное, из-за Казпочты, из-за того, что здесь в ассортименте нету нужного мне гейнера. Следующий казахстанский интернет-магазин номер 3 тоже меня огорчил своим ассортиментом. В данном магазине тоже отсутствовал гейнер Аплюмас и протеин нужной мне пособки. Поэтому я заменила его на тот же протеин весом больше. И посылка, стоимость посылки у меня получилась 46 600 тенге. Плюс доставка по Казахстану, того 48 тысяч. Доставка занимает от 2 до 5 дней. И мы здесь видим, что единственный плюс этого магазина, это тоже быстрая доставка по Казахстану. Но отсутствуют некоторые товары, и цена меня не порадовала. Как мы видим, в корзине здесь изначально не те товары, которые я выбирала для эксперимента, поэтому я снова пошла в iHerb.com и VitaCost и сравнила те же самые корзины с те же самыми товарами, чтобы посмотреть стоимость. В iHerb вышла у меня на 35 400 тенге вместе с доставкой, на VitaCost 31 700 тенге. То есть вы уже видите разницу либо 48 тысяч, либо 31 700. То есть там разница достигает почти 16 300, да? Я, честно говоря, не готова переплачивать такие деньги. Поэтому я для себя выбрала зарубежные интернет-магазины. В них я нашла самые дешевые цены на спортивное питание. Самый большой выбор, которого, к сожалению, пока что в наших казахстанских интернет-магазинах нет. Но вам придется подождать некоторое время. В iHerb это 9-12 дней, в VitaCost это 14-45 рабочих дней для доставки. Если же вы хотите быструю доставку и готовы заплатить лишние 10-15 тысяч тенге, то смело можете покупать спортивное питание в казахстанских интернет-магазинах. Если же вы все-таки решите заказать через интернет спортивное питание в iHerb или VitaCost, то я вам предлагаю сэкономить еще больше и получить скидку в $10 на первую покупку в iHerb или VitaCost. Для этого я приготовила для вас специальную ссылку, которую расположила в описании под этим видео. Берите ее, копируйте и вставляйте в адресную строку своего браузера. Скидка начислится вам автоматически, вы сможете купить спортивное питание еще дешевле. Спасибо, что смотрите мое видео и подписывайтесь на мой канал.